тех пор, как вечный судья не дал всеведения пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды, чистые учения. Меня всем лишние мои бросали бешено томенья. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкою самолюбивой: смотрите ж, дети, на него, он горд был, не ужился с нами, глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий, и вот в пустыне я живу, как птицы даром Божьей пищи. Совет предвечного храня мне тварь покорна вся земная, и звезды слушают меня лучами радостно. Пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкою самолюбивой: смотрите ж, дети, на него, как он угрюм и худ и бледен, смотрите, как он наг и беден, как презирают все его. Творение Александра Сергеевича Пушкина «Пророк», которое эту тему, так сказать, не перечеркивает, а немножко даже дополняет с другой стороны. Вернее, начинает, а у Лермонтова стихотворение продолжает эту тему, тему пророка. Пророк Александра Сергеевича Пушкина, послушайте. Многие знают, я сейчас боюсь перепутать слова, импровизируя. В пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами, легкими, как сон, моих очей коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводных ход, и дольни лозы прозябанью. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстию воздвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал: «Восстань, пророк! И вижди, и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей».